сорт острого перца халапеньо Крейс Гранде. Это вот такие вот красивые стрички, покрытые микротрещинами. Это высокоурожайный сорт. Вот кустик у меня маленький. В этом году была холодная весна, 2 месяца затяжных дождей. Ночью температура опускалась от 8 до 10 градусов. И мой перец затормозил в росте. И вот сейчас такой кустик у меня где-то сантиметров, наверное, 25-30. Но самом эти кусты могут достигать высоты от 40 до 50 сантиметров. Длина стричков может быть до 15 сантиметров. Стрички очень плотные. Вот, смотрите, они прямо аж такие, как кирпич. Вот. Созревают они от зеленого до красного цвета. Хорош для приготовления соусов. Очень-очень высокоурожайный. Плоды вот такой вот округлой формы с тупым носиком. Острота этого сорта от 2 до 3 тысяч скобелей. Это слабоострый сорт. Этот сорт можно выращивать как в открытом грунте, так можно выращивать у себя и на подоконнике. Это сорт многолетник. Его можно выращивать на подоконнике до 5 лет. Как вы видите, кустик у меня компактный. Довольно большое количество плодов у него. Он не будет занимать у вас много места на подоконнике. И будет радовать вас хорошими урожаями. В открытом грунте и в теплице, при хороших условиях, он может достигать, я же говорил, до 50 сантиметров и давать большие урожаи. Очень-очень хороший сорт. Советую выращивать у себя дома. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчик вверх, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые наши видеообзоры.